Мандрагора. Мандрагора. There is no neither now. Здесь нет ничего и нигде. Daylight shouts in your ear. Дневной свет кричит тебе прямо в ухо. Неужели ночь держала тебя за запястье? Откуда у тебя такие шрамы на запястьях? Из тюрьмы, из тюрьмы, из тюрьмы. Ты похож на животное, загнанное в угол. Ты сходил с ума там, в тюрьме? И что теперь? Теперь, когда ты свободен? Домой, в Мандрагору. Мандрагора. Ты знаешь это место? Здесь нет ничего и нигде. Это очень странное место. Я никогда там не была. Солнце никогда не уходит с неба. Все время снится темнота. Интересно, где хранится темнота? Мне нравится звук белых ночей. Такие теплые ночи. Звук моря, звук воды. Это для свободных людей. А я неспокойная. Я не нахожу себе места. Мне все время кажется, что я нахожусь под покровом темноты, где можно поцеловать совершенно незнакомого человека и так и не видеть друг друга. Этого мне не хватает, когда солнце не спускается с неба. Мне нравится поцелуй в темноте. Я скажу тебе нечто странное. Посмотри, какие у меня руки. В темноте, когда на мне были цепи, я видел в них отражение лица любимой. Иногда я поднимал их к стене, но мой рот не мог до них дотянуться. Это странное чувство, лицо, которое я могу держать в руках. Я пытаюсь увидеть его в очертаниях своих ладоней. И если я даже дыхну на них, это лицо будет дрожать и откроется для меня. У тебя грубые или нежные руки после такой любви? Это мои секреты. Может быть, если мы еще раз увидимся, я покажу тебе, как целовать руки. Пожалуйста, не смейся надо мной. Может быть, я тебя представил, придумал? А что в этом такого? Ты очень молода. У тебя было много любовников? Ты уже пытаешься меня приручить? Нет. Это было бы ужасно. В тюрьме я остался жив только из-за того, что не забывал ни о чем, что происходило со мной в обычной жизни. Но ты же не хочешь умереть?